если вы с самого начала будете держать, он будет потом сам бояться. То есть, чтобы он... Не, ноги. Что ты делаешь? Да не надо ничего кидать. Просто пока встаем на мостик. По очереди делаем. Становимся четко на две руки. На голову старайся не опускаться. Надо на голову не падайте жестко. Пошел вниз. Вот, уже получше. Без инерции у вас не получится. Вот. Уже шею подходит. Вот. Да, на той. Еще раз. Как баланс, да, вот держит, когда вот выгнулись немножко, а голень у вас не прямые ноги, а голень немножко свисает, и вы вот за счет вот этого движения держите баланс. Да, слишком выгибаешься сильно. Немножко надо выше спину выпрямить. Вот.